Да, Дуда, 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 Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про наших зомбаков. Ага, что здесь купим? Давай купим топливный бак и едем дальше. На автомобильчике мороженщика нашего. Вот. Наш мороженщик решил поехать и убить всех зомбаков. Он установил на крыше автомат большой, который стреляет пульками, которые бронебойные патроны такие, да, пули. А также он установил пропеллер такой вот на автомобиле своем. И автомобильчик стал наш взлетать, смотри, вверх. Ой, блин. Помешался, и ускоритель закончился. Ладно. Вот, размотало совсем наш автомобильчик, но еще более-менее он живой. Сейчас посмотрим. Опа, все, наверное, уже скоро ему будет не очень хорошо. Ухватился, смотри, спецназовец. Спецназовец, этот самый, зомбак. Вот прямо ему делать нечего. Бензин закончился. Идем в гараж. Что можно купить? Давай броню увеличим. Да. Вот так отлично. Вот, хорошо. Поехали дальше. Вот какая у нас броня мощная. А то у нас тут двигатель взрывается, то бензин заканчивается. Сейчас проедем, нормально будет все. Ух ты, нифига. Отлетает уже наша броня. О, все, броня отлетела. Какая-то она ненадежная была. Да, слабенькая броня была. Слабенькая. Так, давай, патрончики закончились у нас. Но у нас есть немножечко еще ускоритель. А, тоже закончился. Вот такой у нас голый автомобиль. Автомобиль мороженщика. Вообще весь разбитый. Давай. Поднимайся. Давай, едь вперед. Кстати, ты можешь написать комментарий какой-нибудь, а я отвечу на него. Вот, а если хочешь, то напиши, там, передай привет, и я его передам, и либо я напишу, знаешь что, в следующем видео тебе передам привет. Вот. А, давай утяжелитель купим сразу, пока есть деньги, развесовка. Хорошо. И мы сможем пробивать такие сложные моменты участка дороги. Вот эти, например, видишь, мы хорошо пробиваем. Бочки всякие. Ух ты, нифига, стукнулся я. Во-во-во-во, и смотри, ускорение такое мощное я получил. А, нифига, смотри, я застрял. Ого, сразу автоматы такие. Ту-ту-ту-ту. Во. Давай. Поднимаемся. Ускоряемся. Оп. Может, ну мы сегодня должны или не должны? Нифига. Все, ускоритель закончился, бензика пока немножко. Но мне кажется, автомобильчик наш взорвется нафиг скоро. Вот. Опа. Еще немножечко осталось проехать. Нет, мы даже до своей точки, наверное, не доедем. А может быть и доедем. О, бешеный, смотри. Спецназовец, офигеть. Обломился. Хотел захватиться, но не получилось у него. Да, здесь прям зомбаков очень много, я смотрю. Ну все, сейчас бензик закончится у меня. Да, закончился бензик. 60 тысяч. Ну что мне эти 60 тысяч? Я на них ничего не смогу купить. Только если я могу купить оружие. Да. Ну поможет ли оно мне? Вопрос. Сейчас отправимся и посмотрим. 30, ну, смотри, мы полностью прокачали оружие. 30 патронов. Опа. В принципе, да-да-да, оружие помогает. Она отбрасывает этих зомбаков, и я еду уже прям по очищенному полю. По очищенной дороге. О, видал как? Давай ускоримся немножко. Ух ты, и отбросила нас назад. Давай вперед немножко. Да, бронька вообще улетает только в путь. Ой-ой-ой-ой, какой опасный момент был. Все, закончился ускоритель, у нас еще и 3 патрона есть.
Плохо, что она эти бочки не взрывает. Не стреляет прям по бочкам. Потому что бочки, они мне тоже же наносят урон. Все, здесь бы немножко бы ускорителя, но его нет. Сейчас, может быть, добавим, кстати, может быть, ускоритель купим. Бензик сейчас закончится, все. Все, да, закончился бензик. Отправляемся в гараж. Здесь что мы можем приобрести? Давай приобретем коробку передач, купим, да. Все, теперь мы можем дальше ехать. На более далекие расстояния. Сейчас проверим. Сейчас мы это проверим, теорию. Ну, во-первых, становимся быстрее. Быстрее, как бы машина едет сразу, да? А с другой стороны, более экономичный расход идет топлива. Вот. Все, ускоритель пока не используем, потому что он нам понадобится. Ускоритель в одном месте. Угу. Еще два патрона у нас есть. Опа, смотри, нифига, да? Обломился. Вот здесь увеличиваем. Во. Так, сколько бензика? Давай. Сколько у нас? Еще немножечко осталось. Может быть, доедем. Может быть, и не доедем. А хотя, в принципе... Ай, давай. Едь. Немножко осталось. Ребята, немножко совсем. Да ё-моё, спецназовец, иди нафиг. Да, закончился бензин. Ну, 70 тысяч дали, нормально прям. Что ж, может, движок купим? Угу. Давай, купим двигатель, все, поехали. Двигатель нам дает тоже скорость, увеличивает. И, да, и более экономный расход идет топлива. Сейчас проверим, как это нам улучшение даст. Эффективность. Ой, давай. Поднимайся, давай немножечко. Опа, ух ты, отлично, я подбросил. Все, нужно экономно использовать. Наш ускоритель. Опа. Давай. О, смотри, этот бежит за нами. Спецназовец. Ну все, он не добежал даже. Вот тут здесь используем ускоритель. Да, машинки нашей. Нехорошо уже. Ускоритель утерян. А, в смысле утерян. Ой, вообще, смотри. Разорвало меня. Ха, прикол. Давай, ты че? Отлично. Смотри, я на чем еду. Может, я доеду на этой штуке, вот было бы прикольно. Давай. Ну, у нас бензин заканчивается, правда. Офигеть. На каком... На колесике я ехал. Давай, увеличим бензобак. Так уж и быть. Хорошо. Поехали. Так уж и быть. Увеличим бензобак. Давай, мороженщик. Осталось совсем чуть-чуть. До контрольной точки осталось совсем немножко доехать. Ну и потом у нас идет второй путь, он такой достаточно больше. На треть пути. О, смотри, давай. О, доехали. Доехали и убили зомбака. У нас ускорителя совсем чуть-чуть. Вот, я его берегу для определенного момента в игре. Сейчас я покажу вот здесь. Все, ускоритель закончился, но зато я... Смотри, как проехал много. Нормально, вообще нормально. Так, а здесь вот сложно. Блин, вообще здесь бы ускоритель бы не помешал бы. Я не знаю, как... Здесь надо прям... Нет, смотри. Блин. Давай еще раз попробуем. Да, в этом месте нужен ускоритель. Немножечко осталось. Может быть, я успею.
Что у нас по бензику, по бензику? По бензику, в принципе, еще. Блин, давай, у нас еще есть бензин. Может, да успею я. Бензин закончился. Ну сколько? А, я уже вижу забор. Я видел забор уже, но закончился бензин. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Смотри следующую.